Уличный баскетбол становится все популярнее. С каждым годом на всероссийских соревнованиях «Оранжевый мяч» количество команд увеличивается. Это муниципальный этап, в нем участвуют спортсмены из города и района. Среди поклонников стритбола как молодежь, так и ветераны спорта. Ребята, меня молодежь, так сказать, за былые заслуги, можно сказать, пригласили. Баскетбол я играю уже, даже не помню с какого года, наверное, лет с 13-14. Были какие-то перерывы, конечно, там связанные с теми или иными там видами работ, может быть, еще куда-то с поездками уезжал и так далее. Ну, стараюсь периодически подключаться. У меня тем более сын занимается баскетболом. Найти единомышленников несложно, говорит Константин Лапин. Стритбол – интересный вид спорта. Свобода от жестких тактических схем и установок добавляет матчам зрелищности. Вообще соревнования по стритболу проводятся один раз в год на городской площади. То есть и участники готовятся, и спортсмены готовятся выступить там, хорошо. За оранжевый мяч решили взяться и девушки. К примеру, эти спортсменки приехали из Вахруша, и за спиной призовые места на региональном уровне. Нравится играть. Интересно. Как сегодня настроена ваша команда? Отлично. Очень. Да. Прям ух. Стритбол направлен на развитие массового баскетбола в России, говорят организаторы оранжевого мяча. Можно смело утверждать, с массовостью в городе и районе все в порядке.